Друзья, привет! Вы на канале Интернет-магазин Милана. Меня зовут Михаил. Я буду вас снимать и рассказывать, делать видеообзоры про редкие кожаные курточки, в основном из кожи буйвола. Концепция нашего магазина такая, чтобы курточки вне моды были и носились очень долго. То есть курточки по сроку службы более 10 лет. Вообще неубиваемая, кожа прочная, толстая, но вечная. И стиль милитари, в основном в стиле милитари у нас все. Мотокуртки, вот. Они из моды, они вне моды и вне времени. То есть, ну, реально, куртка с некоторых 40-х годов Топ Гана, и они до сих пор актуальны. И, ну, как джинсы, допустим, ну, тоже, вот, что там с ними. Там модернизация небольшая. В целом джинсы классические до сих пор носят. И, мне кажется, всегда будут носить. Так и курточки наши из этой серии тоже вне моды. Купили и забыли. Она носится долго. И даже у нас покупатели приходят. Лет 15 куртку относили. Говорят, давай то. Я говорю, возьмите какую-нибудь другую. Нет, точно такую же хотят купить. Один в один. Ну, находят, кстати, у нас такие курточки, вот заказывают. Вот, так что с вас лайк, подписка, в комментариях пишите все, что интересно, все лично отвечу на все. Также у нас есть телеграм-канал, ссылочка в описании. Понравилась куртка, хотите посмотреть другие модели, ссылочка в описании. Под видео переходите на наш сайт или на эту конкретную модель, делайте заказ. Мы определяем точно ваш размер. При заказе вносите свои мерочки. Рост, вес, объем груди, объем животика, объем бедер. Все, мы видим вашу фигуру. Точно определяем размер. Доставляем в пункт выдачи вашего города. Приглашаем на примерку. Нравится — покупаете. Не нравится — не покупаете. Оплата после примерки. Так что, друзья, вот приготовил вам обзорчик. Это наш покупатель постоянный Дмитрий из Москвы заказал. Вот, попросил нас заказать вот эту курточку. На нас, к сожалению, в магазине не было. Вот, ему понравилось. Вот мы специально для него заказали два размера. Вот размер XL приехал. Это американская куртка, Cannonball, из кожи буйвола. Выделка кожи называется Crazy Horse. Такая тертая кожа, она со временем вытирается. Вот. Чем интересна эта косуха? Она демисезонная. Это воротничок из овчины, из керлинг. Такая скрученная овчина, интересная. Вот. Подстежечка внутри у нее есть. Вот такой штамп интересный сделан. Сейчас все подробно расскажу про нее. Вот на детали остановимся. Курточки. Значит, воротничок вот так вот можно приподнять. Кстати говоря, застегнуть грудь. Вот так вот она застегивается, и можно вполне, когда ветер встречный. Запах у косухи большой, видите какой, то есть ветром не продует. Кармашки сделаны на мощной молнии, и молния немножко спрятана, как бы она внутри, царапаться, вот, рукав царапать не будет, не открытая молния, продумана. Вот, подстежечка, вот так вот она снимается тоже. В рукавах тоже утеплено. Не сильно толстая. Почему не сильно толстую подстежечку делают? Чтобы она не меняла размер. Бывает, знаете, если сильно толстая подстежка, вы ее сняли, и куртка на два размера больше стала. Здесь нет. Здесь толщина таким образом рассчитана, чтобы не менять сильно размер. Внутри кармашек. Один на молнии довольно глубокий. Запасные кнопочки есть. На всякий случай. Вот. Внутри под подстежечкой такой кармашек тоже на молнии. Маленький на кнопочке. Там зажигалку зипа можно положить. Вот. Ну и вот здесь. Прикольно. На рукаве тиснение. Такой выполнено на спине. На спине крылышки заложены. И она тянуть, видите, в плечах не будет. Ну, традиционно эта компания делает так. Главное, на удобство. То есть руками двигаете, здесь складочка расправляется, все очень удобно. Под рукавами тоже специальная, чтобы для удобства, специальная дополнительная вставочка, это чтобы удобно было руку поднимать, чтобы тоже не стесняло движение. Под мышками вентиляция стоит. Широковато, если курточка немного, ее можно затянуть. С этой, с обоих сторон,
стоит регулировка. Вот. Воротничок съемный. Сейчас покажу, как без воротничка смотрится. Ну, вот прям классическая косуха коробка. Цвет очень красивый. А, ну вот шилдик канонбол. Вот. Рукава. Рукава тоже здесь молнии. Когда ветер, на байке едете или просто прогуливайтесь, можно застегнуть, чтобы ветер не продувал. Рукав утеплитель. Вот видите, в рукаве он идет прямо вместе с подстежечкой. Утеплитель на резиночке. То есть поддувать не будет. Можно все это вот так вот регулируется. Вот. Сейчас покажу, как она сидит. И покажу. Вот, посмотрите. Вот это, кстати говоря, часто рвут. Вот здесь вот по типу вешалки в гардероб ее сдавать нельзя. Это для декоративной. Сюда при этикетка. Для этикетки. Это не для того, чтобы на крючок ее вешать. Вырвется. Кожа прям вырывается, поэтому это просто декоративно, сразу говорю. За нее на вешалку вешать нельзя там где-то в гардеробе, только на плечики. Куртка, потому что весит и тяжелая. Сейчас покажу, как она сидит. Размер XL. Вот так вот она смотрится. Косуха. Инди 500 модельчик называется. Со спины вот так она смотрится. Классно. Косуха. Удобный. Размер XL вот этот вот. Можно мне, наверное, эльку померить. Вот. Ну, такая вот косуха. Классно сидит, удобная, демисезонная, можно и зимой носить. Это очень большое преимущество, обычно косухи только осенние. Вот. Сейчас вам покажу поближе текстуру кожи. Посмотрите на детали. Вот, друзья, косуха Инди 500, фирма Cannonball. Такая текстура кожи у нее, теснение интересное. Мех керлинг, такой скрученный овчина, не расчесанная. Специально пара удовец. Можно вот так вот, допустим, ее расчесывать, она гладенькая, на другой куртке. Она специально сохраняет природный рисунок. Природный такой завиточек. Шилдик. Такая тертая кожа у нее интересная. Эти края вытертые. Подмышками. Вот такая курточка со спины покажу. Спина огонь просто. Так вот она выглядит, покажу подальше издалека. Коротенькая регулировочка. Царапинки, это так вот ее специально отбивают, барабан их труд. Не то, что она там старая какая-то. Некоторые говорят, что же она как старая. Нет, друзья, вот молния утоплена, мне нравится, видите, продумана. Внутрь закрыта кусочками кожи. Мелочи, все это важно на самом деле. Вот, кармашки. Под подкладкой еще кармашки там есть, если вы утеплитель снимете. Такой вот. Так что, друзья, косуха Инди 500. Повторюсь, сайт называется milano163.ru. Ссылка в описании. Можете перейти на наш сайт, сделать заказ. Вот. С вас лайк. Подписка. В комментариях пишите все, что интересно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вдруг YouTube прикроет. Буду там выкладывать интересные видеообзоры. Так что вот, спасибо за внимание. Инди 500.